Нилас – ведущий производитель продукции для ленточных конвейеров. Это семейное предприятие известно во всем мире своей продукцией и услугами высокого качества. Фирма «Нилас», основанная в 1926 году, зарекомендовала себя специалистом в области технологического развития и производства с качеством «Made in Germany». «Нилас» – единственный производитель вулканизационных прессов со специальными алюминиевыми профилями. На заводе с помощью устройства гидроабразивной резки выпускаются детали для производства нагревательных плит, корпусов, листовой обшивки и прочих изделий толщиной до 150 мм. Мы сами изготавливаем алюминиевые гидравлические цилиндры на станках с программным управлением. Специальное оборудование позволяет сгибать листовой металл всех видов весом до 130 тонн. С помощью различных прессов методом горячей вулканизации стыкуются резиноткановые и резинотросовые ленты, включая работающие в тяжелейших условиях. Семейное предприятие предлагает спектр и другой продукции – от изделий из резины и вулканизационных прессов до конвейерных лент и транспортеров. Наряду с решениями по холодному и горячему соединению конвейерных лент огромное внимание уделяется сервису. Собственное конструирование, производство, а также изготовление из материалов промышленной резины и эластомеров обеспечивает компании «Нилас» быструю поставку и установку всех изделий из сферы конвейерной техники. Также предлагается монтаж, обслуживание, ремонт и навеска конвейерных лент всех типов с учетом максимальной безопасности. Мы предлагаем различные виды упаковки нашей продукции, включая упаковку для морских перевозок. Опыт компании и продукция пользуются спросом во всем мире, а ее представительства работают во многих странах. «Нилас» также и сертифицированный центр обучения в сфере вулканизационной техники и предлагает повышение квалификации специалистам данной отрасли. «Нилас» – there is no better way in belting.